я рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория. Сегодня готовлю шоколадное печенье. Шоколадное печенье у меня будет на кефире. Для приготовления понадобятся самые простые продукты. Полное их количество я вам оставлю в описании под видео. Желательно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры, особенно яйцо, кефир и сливочное масло. Достаньте его немного заранее из холодильника. Для начала 1 чайную ложечку соды погашу в кефире. Если вы достали кефир сразу из холодильника, то поставьте его секунд на 10 в микроволновую печь. Кефир немножко должен вот так запениться, значит, реакция произошла. Можно дальше продолжать работать. И в другой емкости смешиваю 120 грамм сливочного масла, щепотку соли и 150 грамм сахара. Масло с сахаром перетираю обычной ложкой. Что хорошо в приготовлении этого рецепта, что можно все делать без миксера, обычной ложкой, либо обычным венчиком. Сюда же добавляю одно яйцо и продолжаю перемешивать. И добавляю сюда кефир с содой. И экстракт ванили. Экстракт ванили — это по желанию. Можно вместо экстракта ванили добавить ванильный сахар, либо цедру лимона или апельсина. Еще раз перемешиваю. И просеиваю муку. Сначала я просеиваю 200 грамм муки, затем буду смотреть на консистенцию и по мере необходимости добавлять еще. И 3 столовые ложки какао. Какао обязательно берите не сладкий, хорошего качества. И замешиваю тесто. Вот я вижу, что тесто получилось еще немного жидковатое, поэтому добавлю еще немного муки и перемешаю. В описании под видео я вам укажу точное количество муки, которое мне понадобилось. Тесто получается вязкое, липнущее к рукам. Это нормально. Для того, чтобы нам легче было формировать печенье, перекладываем его на пищевую пленку. И убираем минут на 30 в холодильник. Пока тесто у нас отдыхает, подготовим противень. Противень я перестелила пергаментной бумагой и поставила разогреваться духовку на 180 градусов. Также сверху можно подготовить украшения. Это могут быть овсяные хлопья или миндальные хлопья, либо разные присыпки. Разноцветные, сахарные. Можно вообще ничем не украшать. Тесто у меня отлежалось в холодильнике в течение 20 минут. Для того, чтобы мне легче было формировать печенье, смачиваю руки немного растительным маслом. Затем отщипываю кусочек теста, делаю из него колобок и немного приплющиваю руками. Выкладываю на противень и продолжаю. Отщипываю кусочек теста, немного формирую, прижимаю и выкладываю на противень. Таким образом поступаю со всем тестом. Выкладываем на небольшом расстоянии, чтобы при выпечке печенье не слиплось. Получилось ровно на 22 штуки. Одну порцию печенья сверху я украшу миндальными хлопьями, а другую оставлю просто так, без всего. Отправляем запекаться печенье в духовку, разогретую до 180 градусов, на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Шоколадное печенье у меня запекалось ровно 15 минут.
можно проверить его деревянной шпажкой. Готовое печенье должно легко отставать от пергаментной бумаги. Друзья, шоколадное печенье на кефире получается очень вкусное, красивое, ароматное, с красивым шоколадным цветом и с приятным шоколадным вкусом. Давайте я вам разломаю одно и покажу, какое оно получилось внутри. Благодаря тому, что мы ложили тесто в холодильник отлежаться, печенье получается очень ровное, текстура получается пористая и очень-очень вкусная. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, а я уже жду вас в новых видео с новыми рецептами. С вами была Виктория.